Университет Орла Робертса празднует 50-летие. В этом году одно из самых влиятельных христианских учреждений Америки, университет Орла Робертса, отмечает 50-летие. Юбилейная неделя включает в себя ряд торжественных мероприятий, парады, концерты, встречи выпускников, праздничные мероприятия, футбольные матчи и другие. Все события направлены на то, чтобы поблагодарить Бога за его работу и благословение. Кроме того, в рамках юбилейной кампании университет начал строительство нового глобального образовательного центра, который будет предоставлять новейшие технологии. Основанный одним из величайших евангелистов 20 века Орлом Робертсом, университет на протяжении 50 лет учит студентов слышать Божий голос, воспитывает дух, душу и тело, а также оказывает влияние на мир, говорится на официальном сайте университета. Свои поздравления студентам и руководству университета направили известные христианские служители.